Казанский федеральный вновь распахнул свои двери для всех интересующихся основами различных наук. На этот раз ПРО-наука в КФУ подготовил для всех своих слушателей лекторий по естественным наукам и IT-технологиям. Название научной программы «Ночной резонанс» выбрано не случайно, ведь в далеком 1944 году знаменитый ученый Евгений Завойский открыл эффект электронного парамагнитного резонанса. Величайшее открытие 20 века не забыто до сих пор, о нем было сказано и на церемонии открытия. Словами благодарности научной лектории открыл ректор Казанского федерального Ильшат Гафуров. Спасибо, что вы заинтересованы, спасибо преподавателям и организаторам этих мероприятий. Это такая научно-образовательная тусовка для всех, кто интересуется наукой. Научную тусовку посетили в этот вечер многие жители и гости Казани. Как признались организаторы, мероприятие открыто для всех желающих и будет продолжаться до тех пор, пока КФУ и его разработки будут интересны обществу. Люди приходят, те, которые интересуются наукой. Приходят те люди, которым просто интересно, чем же занимается наш университет. И приходят с друзьями уже, с детьми, приходят с семьями. И потом сегодня более теплая погода, чем было тогда. Тогда мы проводили на улице, сегодня проводится внутри института, в лабораториях. Поэтому я думаю, вот такой стиль работы, он будет востребован. На этот раз лектории расположились в аудиториях Института физики, но университетские стены вовсе не сделали выступления спикеров типичными лекциями. Необычный формат, интерактивы и эксперименты прямо в коридоре института вызвали у пришедших немало удивления. Я считаю, что данный блок мероприятий очень полезен как для абитуриентов, так и более взрослого поколения, которое впоследствии сможет объяснить уже бывшим школьникам и выпускникам о том, как выбрать правильное направление своей будущей профессии, своей деятельности, куда пойти учиться и кем стать. Во-первых, это привлечение все-таки абитуриентов. И, в принципе, рассказ о тех профессиях, которых наша профессия геолога, она как бы не очень известна. И чтобы люди увидели и узнали, чем мы дышим, чем мы занимаемся. Это очень крутое мероприятие. Было на предыдущем, был вот на этом. Жду с нетерпением следующего. И мои ребята тоже пришли. Мне кажется, это очень здорово, то, что наука становится ближе к людям и доступно, ее можно потрогать. Мне кажется, это как бы больше для привлечения внимания, это несомненно хорошо. Даже не с тем, чтобы вот все шли в науку, грубо говоря, а с тем, чтобы просто поняли, нужно это им или не нужно. Я считаю, что это очень интересно, именно для того, чтобы люди сближались, именно для того, чтобы наука шла в массы, чтобы люди держали руку на пульсе. Потому что есть такие области, в которых мы далеки. Например, я психолог, но мне всегда притягивали звезды, и я вот сегодня пришла на лекцию именно по астрономии. Напомним, что цикл образовательных интенсивов про науку в КФУ продолжится научно-популярным лекторием по медицине. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.